Добрый день, друзья! Сегодня волшебный день, 11 апреля 2023 год. Волшебный, потому что мечты сбываются. Вот. Вот смотрите, я вам сейчас показываю, навожу специально камеру, чтобы захватило. Знакомьтесь, природный учитель, помощник иммунитета, For Life Research, Transfer Factor, да? Натуральный препарат без побочных эффектов, получивший мировое признание официальной медицины, который помогает организму самому избавиться от многих проблем со здоровьем. Задайте вопрос официальному представителю компании. Это вот я, да, Староженко Владимир, один из представителей компании. Ну, вообще независимый консультант, независимый дистрибьютор, если так юридически прям говорить, да. Староженко Владимир, город Уссурийск, плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, и плюс 7-914-974-45-45 голосом. Смотрите, почему вот на YouTube-канал Староженко Владимир, там более 1500 видео, вот этот YouTube-канал я открыл для того, чтобы своим физическим трудом, преодолевая физические нагрузки, показывать, как меня восстановили БАДы компании For Life Research. А что явилось мотивом записать вот это видео на лавочке, да? Это мой рекламный материал вот этих БАДов, да, вот такой чемоданчик. Просто сейчас привезли тестя с больнички, ну, после перелома шейки бедра и руки, да, привезли домой, вот, на скорой помощи, на платной, да. И я вот этот реквизит специально оделся по-культурному, да. Так я работаю сейчас физически, своим физическим трудом. Ну, во-первых, семью надо кормить. Во-вторых, я показываю, что я вернулся к физическим нагрузкам, как в 30 лет, да, благодаря БАДам компании For Life Research. 7 лет назад у меня вот проблема с суставами. Ну, вообще, конечно, суставы в плохом состоянии, но БАДы компании For Life Research мне позволяют работать физически и зарабатывать деньги. И рекламировать и продукцию lambre.ru, парфюмерную косметическую, которой 20 лет жизни отдал, и 7 лет жизни отдал For Life Research, да, и у меня всегда все с собой. Вот сейчас я специально взял с собой только рекламные материалы, обучающие материалы, консультационные материалы по БАДам для компетентного иммунитета For Life Research, да, вот такой чемоданчик, ничего лишнего, да, и вот такие листовки, я 30 штук распечатал, вот от 30 штук осталось, тут, наверное, с десяток, да, 20 штук я раздал. Кому я раздал? Я раздал мужчинам, которые лежали с тестем в палате, да, в травматологии. Потом раздал вот сестричке, сначала вообще в штыки, ничего не хотела брать, прикасаться. Но пока ехали со второго этажа на первый в лифте в грузовом, да, все-таки нашел я с ней общий язык и агрессивно, положительно, показав письмо Минздрава, показав вот эти книги все, да, целый чемоданчик, да. Это ж надо было заморочиться, это надо же было все взять с собой, да. Хотя задача была вот забрать тестя и из больницы домой перевезти, да, на скорой, ну, просто как транспортировка, да, знаете, да, кто сталкивался. Почему день божественный? Помните, на моем видео в YouTube-канале «Моя мечта», я с 1996 года занялся предпринимательством, до этого я все, что я брался, я был очень успешным человеком, и сейчас я считаю, что я успешный человек, я достигаю своих целей, но благодаря тому, что запопал в дефолт в 1996 году, доллар был 2 рубля 35 копеек, я брал долларовый кредит хороший, 20 тысяч долларов, да, как предприниматель, а потом доллар резко выскочил в 1998 году 6 рублей, 18 рублей, 30 рублей, 70 рублей. Потом был 124 рубля, когда военная операция началась. А сейчас вроде как был меньше 77, сейчас, по-моему, уже под 90 опять растет. Да? 11 апреля 2023 год. Поэтому, друзья, обогнать курс доллара
ну, не получилось, и какие-то финансовые обязательства я недовыполнил. И вот я сейчас с 22 февраля занимаюсь кассой взаимопомощи BeFree, и вот в очередной раз я поверил, что я могу здесь заработать большие деньги в кассе взаимопомощи BeFree, да, за счет своих навыков в сетевом маркетинге за 26 лет, да, потому что вот я убедился, что пока люди болеют, они вот приобретают БАДы компании Full Life Research. Потом, когда они выздоровели или стойкая ремиссия, они опять, даже многие возвращаются к плохим привычкам, курить начинают, выпивать. Забывает русский человек очень быстро болячки. Ну, может быть, это и хорошо, может быть, это и русский дух, да, русский дух. Значит, о чем видео? Вот сегодня я понял, что еще раз, обращаясь к медикам в приемном покое, никто в руки не взял и не стал смотреть вот эти глянцевую литературу, никто не стал смотреть Александра Григорьевича Бокового, да, 35 лет, главный врач инфекционного отделения Кремлевской клиники. Никто не стал смотреть фотографии вот таких детишек больных. Александр Григорьевич тут все клиническими исследованиями доказал, как трансферфактор с лекарствами увеличивает лечебные свойства, да, и лекарств, и меньшей дозировкой. Никто не стал слушать кандидата медицинских наук Егорова Алексея Ивановича, который 9 раз на Эльбрус подымался. Никто не заглянул в книжки, да, никто не стал исследования коллег наших с Тюмени смотреть по спорту, 8 лет работы со спортсменами, да, лидер Надежда Тубаева, да, показываю, ребят, ну это, смотрите, и в спорте это все применимо, да, смотрите, и в силовых видах спорта, и детишки лучше стали учиться, лучше стали слушаться родителей, лучше стали между сверстниками меньше конфликтовать. Просто как замкнутый дворецкий Александр Парфентьевич, профессор по ветеринарии, да, орнитолог, да, представляете, у людей, я не скажу, что это невежество или безразличие, люди зашорены своей работой и безденежья, просто живут от зарплаты до зарплаты, представляете, и просто наступили на горло своей мечты, понимаете, вот, здоровье мужчин, Ежов, Борис Ежов, да, как устроен иммунитет, что надо составить табличку, как мы себя чувствовали до приема, как мы протестировать себя, как ноги чувствуют, как руки, как что, да, есть табличка, вот, рекомендации, да, вот все это прочитано, все это с карандашом подчеркано, это все там, дозировка детям там все, да. Вот это все проработано, я специально взял, пользуясь случаем, что я окажусь в медицинском заведении. Кардио, да, препарат, прекрасный. Смотрите, взял специально то, что я сам пью, да, глюкоуч для эндокринной системы, для брюшной полости, и трансферфактор, трайфактор, вот сам сейчас употребляю, да. Ну, это цена вопроса около 8 тысяч рублей, да, с маржой, без маржи чуть меньше. С баночки мы можем экономить 350 рублей, если становимся VIP-клиентом или привилегированным клиентом, да? Смотрите, друзья, презентационный вот такой альбомчик, все можно посмотреть, там, как дети меньше болеют на 84%, да, вот, давайте покажу. Вот презентационный альбом. Иммунная система все делает хорошо. Панацеей является иммунная система, а БАДы компании Full Life Research приводят в порядок иммунную систему. Да? Вот, как все это работает, клетки-нейтрофилы, натуральные киллеры, вот все, как идет вот этот вот язык иммунных клеток, как все это сделано, инфекционные заболевания, да? Как иммунитет вот при рождении 10-15 грамм, в 20 лет 40-30 грамм вилочковая железа, потом уменьшается к 40 годам, видите, к 40 годам, как изначально, к 60 годам вообще на нет,
почему мы стареем, умираем, да, от старости, как должен работать иммунитет компетентный. Смотрите, вот допустим, 36,6 температура понятна, нормальная. Если меньше, упадок сил. Если больше, тоже как бы не можем выполнять цели и задачи. Про давление все понятно, 120 на 80, да. Низкое давление, упадок сил. Высокое давление, тоже там не выполняем цели и задачи. А с иммунитетом, смотрите, иммунитет, по идее, должен быть где-то 230-280, видите, пик иммунитета. Но если замерить, вот видите, показатели, хорошие показатели, 150-230, да, отличные показатели, прекрасные показатели, 230-300. Вот, популяция у американцев 20-50. Вот, представляете, плохое состояние от 0 до 20, это иммунитет, натуральные киллеры, да. Это профессор Стоф все это вычислил. Сейчас я найду. Профессор Стоф это все вычислил в 50 граммах крови. Вот чувствуете мою подготовку, да, в меня вложились мои наставники Надежда Кутузова и Леонид Вадимович Кутузов, да, вот смотрите, Надежда, вот Надежда Кутузова, да. Вот ее книги, как эти препараты принимать. Это вот врачи, муж и жена Крайнов Алексей и Юлия Крайнова, да, как принимать программы, вот ДЦП, эпилепсия, аутизм, ну, любые отклонения, любое нарушение матрицы здоровья, да. Представляете, это отзывы пациентов, отзывы врачей, это по ветеринарии. Давайте я буду потихонечку укладываться. Это по спорту результаты, ребята. Колоссальный труд. 8 лет работы со спортсменами в Тюмени. В Тюмени просто очень богатая спортивная инфраструктура. Это мой раздаточный материал. Все про трансфер-фактор. Что такое трансфер-фактор? Это вот маркетинг-план. Он у нас вот вообще раньше был в демонстрационном пакете в дистрибьюторском. Вот такой. А сейчас в электронном виде, да, у нас все есть. Академия у нас есть, да, все расписано. Маркетинг-план. Я его придумал вот в такой форме в 2017 году. Все расписано здесь на 100 миллионов товарооборот. Вознаграждение самой высокой квалификации платинум от 5 до 8 миллионов. Мои наставники, вот голды, видите, желтые кружочки. Это вознаграждение от 1 250 000 рублей в месяц и более. Но это и товарооборот где-то 25 миллионов рублей в месяц группа должна делать, да, и более. Смотрите, друзья, потихонечку буду укладываться, чтобы... Смотрите, сертифицированные, ну это сертификаты, это в 2016 году, когда приезжал Алексей Иванович Егоров к нам в Уссурийск. Мы ехали на саммит в Находку на Ливадии, да, Алексей Иванович Егоров, Gold International, компании Full Life Research, то мой наставник Леонид Вадимович Кутузов, вот письмо, значит, в Горздрав Уссурийска, я должен был его передать, собрать медиков, а Алексей Иванович Егоров должен был выступить перед врачами. Никому не надо. Только благодаря усилиям Татьяны Николаевны Кузнецовой, врача-онколога с Михайловки, и Надежды Семеновны Манченко, вот, собрали 25 врачей, и то в Михайловке, и в Уссурийске. Михайловка – это районный центр рядом с Уссурийском, пригород Уссурийска. Смотрите, руководителю ХГБУС Уссурийская ЦГБ Скирути Андрей Андреевич. Он, кстати, по специализации акушер. От генерального директора ООО «Совместные технологии», сетевые технологии, Кутузова Леонида Вадимовича. Вот Леонид Кутузович, Кутузов Леонид Вадимович, официальный представитель компании Full Life Research в России. Вот производственный цех 4 Life, это штат Юта. Можно в интернете найти, декабрь 2015 года, штат Юта, производственный цех 4 Life. Вот Кутузов Леонид Вадимович, официальный представитель
компании Full Life Research в России, а я просто независимый дистрибьютор. Стороженко Владимир Владимирович, отвечаю за свои слова, да? Просто у жены была онкология, была удалена почка в 2015 году, и вот Леонид Вадимович Кутузов протянул нам вот помощь и продукцией, и Надежда Степановна Кутузова, да? И вот нам это помогло, мне помогло с суставами. И я стал это, начал очень агрессивно, положительно нести. Была группа 28 человек. Но сейчас осталось у нас 6 человек в Уссурийске по Full Life Research. Люди получили здоровье, но с рекламой, с продвижением очень все желает оставать лучшего. И вот смотрите, пояснительная записка к деловому письму. Уважаемый Андрей Андреевич, это к Скирути обращается. На тот момент, в 2016 году, был заведующий горздрава города Уссурийска. Сейчас это по-другому все называется. Уважаемый Андрей Андреевич, деловое письмо вам передаст мой представитель в городе Уссурийске Стороженко Владимир Владимирович. В случае вашего согласия о проведении семинара, он также передаст вам методическое письмо. Вот методическое письмо, это правовое поле, благодаря которому мы имеем право этим делом заниматься, да, в России. Это после 7 лет клинических исследований, вот клинические исследования, сборник материалов по результатам клинической апробации и практического использования нутрицептиков, содержащих трансферфактор. Вот область применения: профилактика, инфекционные болезни, вирусные заболевания, онкология, гинекология, урология, нефрология, хирургия, кардиология, педиатрия, отоларингология, офтальмология, гастроэнтерология, пульмонология, травматология, стоматология, ветеринария, да? Вот, показывал я вам про ветеринарию, да, про спорт. Вот, показывал, да? Так вот, деловое письмо, да, пояснительная записка от Кутузова Леонида Вадимовича. Значит, уважаемый Андрей Андреевич, деловое письмо вам передаст мой представитель в городе Уссурийске Стороженко Владимир Владимирович. В случае вашего согласия и проведения семинара он также предоставит методическое письмо МЗРФ от 2014 года, на основании которого мы работаем с препаратами «Трансферфактор». Вот это письмо, да? С печатями все в реестре зарегистрировано, внесенными в реестр лекарственных средств РЛСРФ. Второе издание — учебное пособие для студентов, медиков и врачей. Данное пособие — результат 7-летних клинических исследований, проведенных на базе детского инфекционного отделения центральной ЦКБ. Это при президенте, это центральная вот клиника, при управлении президента Российской Федерации академиком Боковым Александром Григорьевичем в составе с Егоровым Алексеем Ивановичем и другими материалами. Это вот, вот он, да, вот это Боковой Александр Григорьевич, да, профессор, доктор медицинских наук, действительный член Российской академии проблем качества медицинское отделение, заведует курсом педиатрии кафедры многопрофильной клинической подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова и детским инфекционным боксированным отделением Центральной клинической больницы, автор 150 научных публикаций, включая 4 учебных пособий для студентов, под его руководством выполнены и успешно защищены 2 кандидатских и 1 докторская диссертация, лауреат почетного знака за добросовестный труд, награжден Рубиновым крестом и медалью ветеран труда. Друзья, я взял один телефончик у медсестрички вот в травматологии, остальные все шарахнулись. Пока ехали в скорой помощи 15 минут, ну, слушали в полухо, а водитель вообще сказал, что все это дрянь, и чуть не отравился он БАДами. Ну, все под одну гребенку, представляете? Какое просто невежество, какое просто невежество, просто. И вот это нам надо все, вот это все надо туман, вот это все болото, надо все раскачать, вот это все безденежья. Цель семинара, смотрите,
цель, и, так, Григорьевичем и в соавторстве с Егором Алексеем Ивановичем и другими материалами. Цель семинара – ознакомить врачей разных специализаций с медиками и результатами применения трансфер-факторов в комплексном лечении различных нозологий совместно с препаратами, используемых в протоколах лечения, утвержденным МЗ Российской Федерации. Время проведения семинара 1,5-2 часа. Также Стороженко Владимир Владимирович сообщит вам мобильные данные Алексея Ивановича Егорова для оперативной связи с ним в случае возникновения вопросов. С глубоким уважением, Кутузов Леонид Вадимович, 06.09.2016 год. Современные сетевые технологии, да, друзья. Вот сильное плечо наставника, да. Конечно, кто будет меня слушать по первому образованию: техника пчеловода, грузчика, охранника, торгового агента, да. Вот тут как раз и сила наставников со своими регалиями, со своей поддержкой медиков, профессоров, кандидатов медицинских наук, да. Все это продвигается в 80 странах мира, компания For Life Research, да. Вот это командная работа вместе с наставниками. Поэтому мы, наша семья, выиграла то, что мы живые. Вот тестя подкормили трайфактором, чуть-чуть иммунитет ему приподняли, да. Вот сейчас перевезли домой, будем восстанавливать, реабилитацию будет проходить. Поэтому, друзья, работы непочатый край. Суть видео. Но смотрите, такие ресурсы информационные, такие факты. Но разве это достойный труд? Это достойный труд, понимаете? Это достойный труд и достойное вознаграждение. Но только надо выполнить эту работу, надо объединять людей, нужно пробуждать коллективный дух и вести людей. Но это достойно. Помогать людям зарабатывать на здоровье нужно, даже можно без денег, но надо сначала остановиться от этих мышиных бегов, от суеты, вникнуть. Я же вник, понимаете, со среднеспециальным образованием, пишу с ошибками, я же вник. И рекламировать, зарабатывать свой процент от организованного товарооборота. Но это же помогаем детям, беременным, старикам, спортсменам. Здесь целевая аудитория очень широкая. Смотрите, сейчас если еще найду профессора Стофа, да? Профессора Стофа найду сейчас. Смотрите, это все элемент Молозева. Только вот мама передает иммунитет через грудь материнскую в первые 3 дня, да, а потом есть трансфер-фактор, содержащий продукты. Вот классика — это в чистом виде из молозива коров, трайфактор — это из молозива коров и из яичных желтков, трансфер-фактор плюс — здесь уже добавлен цинк, грибы кишаки, мешаки, да, кардио — это уже добавлен здесь ресвератрол для сердца, глюкоуч — это уже добавлен там расторопша и другие ингредиенты для эндокринной системы. Все, что находится в брюшной полости. Друзья, это безопасно все, безопасно. Компания сначала научная, медицинская, и только для того, чтобы мы могли себе позволить, она сетевая. Да, продукты вот в России 15 продуктов, в Европе 30 продуктов, вообще в Америке 120 продуктов. Вот руководители фирмы, господа Лизенби, Дэвид и Бианка, да? Вот. Вот успешные дистрибьюторы, вот пропечатаны. Вот получается, мои наставники: Егоров Алексей Иванович, Gold International, да? Лия Алексеева Аркадьевна, это вот она пригласила Алексея Ивановича Егорова. Сейчас вот покажу. Вот Борис Ежов, который написал вот эту книгу, да, и вот с этими графиками иммунитета. Все реально, друзья. Не мы первые, не мы последние, да. Вот справочник медицинский врача, который читают 80 тысяч терапевтов во всем мире.
Представляете, как медицинские препараты, это даже в Америке все преподносится. Ну, сейчас запрещено это говорить, медицинские препараты. Это как сейчас продукты для здоровья, да? Продукты для здоровья. Понимаете, это все стабильно. Даже вот военная операция, и цены не поднялись. Вот я так отношусь, а все заламинировано, да? Вот продукты, вот так все заламинировано. Значит, смотрите, если сравнить с дикоросами, я сам таежник, по первому образованию техник-пчеловод, то, смотрите, дикоросы до 49% только увеличивают компетентность иммунитета, а из молозива коров трансфер-фактор на 103% за 48 часов попадания в организме. Трай-фактор или трансфер-фактор плюс до 248%, а если объединить трай-фактор и трансфер-фактор плюс, 437%. Так, сейчас у меня тут немножко листочки улетают. Значит, смотрите, это, конечно, не слайдовая презентация, да, там, допустим, но в этом-то и фишка, что это можно делать хоть где. Хоть в международном автобусе, хоть в поезде, хоть в самолете. Вот, что представляет собой трансфер-фактор, да, вот можно печатную продукцию, можно все, есть боты рекламные, прикрепленная информация, маркетинг-план про продукцию, рекламные ролики к ссылке реферальной, 21 век, да, все, вот так у меня все заламинировано. Это вот напиток энергетический, входит сюда и мате, и гуарана, и зеленый чай, еще и вкус земляники, и нормализует давление и энергетический баланс в организме, да. Значит, смотрите, сертификаты, 32 патента, вот медицинский справочник врача, 13 лет подряд все печатается, да, сертификаты мировые. Смотрите, если мы сравниваем, сначала были комплексы витаминные, потом были травы, потом были фитодобавки, потом были трансфер-факторы, потом были нанофакторы, ультрафакторы, овофакторы. Ну, потом я вам все это объясню. Позвоните мне. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45 голосом. Смотрите, друзья. Ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Это мой джентльменский набор, не весь. Это все, что вошло вот в такой кожаный чемоданчик типа предпринимателя, да? Смотрите, для спорта дважды гидролизованный сывороточный протеиновый пептидный коктейль. 46 порций. В каждой порции 17 грамм порошка в мерной ложечке. Вот с водой, с молоком, с кефиром там. Ну, лучше с водой. Как говорится, не портите наш продукт молоком, да? Можно смузи делать с овощами, с фруктами. Вот, теперь, смотрите, маркетинг-план. Если мы спонсируем 3 человека, 6, 9, 10, 12, вот какие вознаграждения мы получаем, да? Смотрите, вот как за 48 часов, смотрите, если трай-фактор и трансфер-фактор плюс на 437% делает иммунную систему компетентной. Но если нужна супрессорная, чтобы функция была, то понижает иммунитет. Это иммунокорректор, это не иммуностимулятор. Смотрите, что делает трансфер-фактор. Он обучает иммунную систему, делает ее компетентной, а иммунная система или усиление, индукторная функция, или подавление супрессорное, это у кого аллергии, взбешенный иммунитет, или красная волчанка, или пересаженные органы, и информирование. Получается, как язык пчел, как язык муравьев, да, те иммунные клетки, которые у нас есть, каждые 3-4 месяца обновляются в организме, получают компетентность. Вот я, допустим, очкарик, какие-то уже работы я не вижу, трудно делать. Также наши иммунные клетки есть, очкарики, глухарики, лентяи, да. Вот, получается, попадая в организм, вот эти БАДы компании Full Life Research, они обучают нашу иммунную систему, и это, конечно, стоит денег, и иммунная система побеждает отклонение по здоровью, восстанавливает матрицу здоровья. Смотрите, еще вот все люди поработали, профессионалы уже компании
больше 20 лет на рынке в 80 странах мира. Это вот получается сырье раньше из крови добывали, из человеческой крови, из свиной крови, из крови коней, из кровосодержащих органов убитых животных. Китайцы делают и то-то же, из кровосодержащих органов убитых животных. Вот такая баночка, 18 грамм, 1800 миллиграмм, стоит у китайцев 53 тысячи. В компании Full Life Research это стоит по дистрибьюторской цене 3310 рублей, плюс 350 рублей маржа вот за консультацию, за доставку, да? Клиентская цена в интернете 3310 рублей плюс 350. Я даже не знаю клиентские цены. Я стараюсь всем людям дать возможность по клиентской цене зарегистрироваться и по VIP-цене зарегистрироваться и больше себе позволить. Просто мы таких баночек 5 в месяц употребляли. Вот посчитайте, 3310 рублей умножить на 5. А трай-фактора еще 3 баночки. 8 банок, посчитайте. Около 25 тысяч. Поэтому 8 банок по 350 рублей скидка – это очень хорошая экономия для семьи. Да? Тем более принимать при онкологии там 6 месяцев, или 9 месяцев, или 12 месяцев. Да? И иммунная система, вот смотрите, 2 месяца, 4, 6, 8, 10, 12, увеличивается иммунная система и побеждает даже раковые клетки. Смотрите, это вот мои такие обучающие системы, вот я вам говорил, да, Лейконор, Германия, кровь свиней, 18 грамм, 6,5 миллионов стоит, 6,5 миллионов, 18 грамм, Лейконор, Имодин, Чехия, кровь доноров, 1 600 000, 18 грамм стоит, в компании Full Life Research это стоит 3310 рублей, да, ну это старая цена без 2%. До 2016 года это рекламный плакат. Трансфер-фактор Китай, селезенка убитого скота, 18 грамм, 53 460 рублей. В России это делали из просроченной крови донорской, 63 тысячи стоило 18 грамм. В компании Full Life Research революция в иммунологии из молозива коров и яичных желтков, 3310 рублей по дистрибьюторской цене. Разве, ну согласитесь, это достойное предложение? И надо пробить вот этот вот туман невежества. Вот иммунная система, она бывает разная. Бывает перевозбужденный иммунитет, а бывает ослабленный иммунитет. Перевозбужденный иммунитет еще делится на аутоиммунные болезни, диабет первого типа, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, псориаз. И на аллергические реакции, астма, экземы. Ослабленный иммунитет – это рак, гепатиты, СПИД, туберкулез или инфекции, вирусы, грибки, бактерии, паразиты. Смотрите, вознаграждение. Вознаграждение. Вот если мы спонсируем 3 человека, и потом каждый по 3 человека передает эту благую весть, то смотрите, мы в 4 уровнях уже зарабатываем 91 200 рублей. У меня зарплата кочегара 20, 25 тысяч. Вот видите, 91 200 рублей. Это получается группа 243 человека в 4 уровнях. Каждый покупает по 2, по 3 баночки. Это даже не продажа, это просто на семью. Если мы спонсируем 6 человек и каждый по 6, в 4 уровнях это будет 1296 человек. Товарооборот будет составлять, значит, итого в 4 уровнях мы зарабатываем 877 200 рублей. Но это уже 1296 человек. У меня был опыт руководить группой 980 человек. 980 человек. Здесь побольше. Но у меня было вознаграждение 100 тысяч рублей. Здесь вознаграждение 877 тысяч. У меня по парфюмерии, я говорю, 980 человек. Смотрите, 9 человек, если мы спонсируем, то в 4 уровнях будет 6 561 человек. Каждый по 2-3 баночки. И ваше вознаграждение 4 миллиона 200 тысяч. Если когда 12 тысяч человек мы спонсируем, в 4 уровнях 20 736 человек. Понятно, что не все будут покупать, но где-то здесь 1 к 30. Ну, 30% остается людей через несколько лет. Поэтому надо, конечно, пополнять новыми кадрами. Но это и 13 миллионов
70 тысяч вознаграждения. Смотрите, есть просто, не надо лечиться, есть омоложение, просто омоложение. Мы же все умрем от старости. Смотрите, профессор Чижов Алексей Ярославович, лично с ним знаком, в 2017 году встречался на саммите Full Life Research во Владивостоке, турбаза «Жемчужина». Смотрите, вот 6 баночек, это классика по наплывающей схеме, трайфактор плюс глюкоуч, кардио, и мужская женщина, мужская формула для мужчин, или BLV, женская формула, это с фитоэстрогентами, это чтобы вот, когда вот идет у женщин климакс, да. Вот смотрите, по наплывающей программе подключаем каждую баночку через каждые 5 дней. Идет омоложение по 23 маркерам, это все научно обосновано, это патент, это наука, это медицина. Профессор Чижов Алексей Ярославович, минус 4-6 лет биологического возраста. Ну как у меня вообще подготовка профессиональная? Нормальная? Я просто грузчик, охранник, менеджер сетевого маркетинга, торговый агент. Вот по каждому продукту паспорт. Все заламинировано. Вот это напиток энергетический, GoStick. Это глюкоуч, это вот классика, это трайфактор, это плюс кардио, это вот каталог. Все в электронном виде есть. Это вот по спорту, да, чемпионы. Это команда For Life Research, которая триатлоном занимается, рекламирует. Это чемпионы по теннису, по карате, по тяжелому, по тяжелой атлетике, по штанге, да, вот все тут. Это вот сын врача скорой помощи Улисова. Это вот сын первое место по лыжам занял. Выносливость, успеваемость в школе. Это вот руководители компании, господа Лизенберг, Дэвид и Бианка, да. Вот смотрите, профессор Стов. А, вот еще смотрите, Минздрав России тоже все это одобрил в 2011 году. Профессор Стов, смотрите, он взял исследования самых тяжело больных, раковых. Вот смотрите, заболевания. Полипоз толстой кишки, стафилококк, рак яичника, рак простаты, СПИД, выраженная аллергия, да? Рак молочной железы, рак легких, рак толстого кишечника, рак молочной железы, рак простаты. Рак толстого кишечника, рак яичника, красная волчанка, лейкемия, рак молочной железы, рак простаты, лимфома. Смотрите, и везде он заметил, что... Сейчас улетело. Что в 50 граммах крови дефицит натуральных киллеров, это лейкоциты такие. Вот, допустим, смотрите, толстые кишки, полипоз. Один натуральный киллер на 50 грамм крови. 26 месяцев использования БАДа в компании For Life Research стало на 50 грамм крови 174 натуральных киллера излечения. СПИД. Была одна клетка натуральных киллеров. Через 36 месяцев использования БАДа в компании For Life Research стало 330. Прекратились сопутствующие инфекции. Рак яичников. Было 23 клетки натуральных киллеров. Через 15 месяцев стало использование БАДа в компании For Life Research 148 стало. Ремиссия. Была одна клетка натуральных киллеров в 50 граммах крови. Через 26 месяцев использование БАДа в компании For Life Research стало 174. Итак, вот понятно, да? Вот, профессор Стов, все это. Ну, тут еще тут наши хирурги, тут много всего, да. Вот такие есть рекламные проспектики, да, флайеры. Друзья, ну это же достойно. Есть опыт, стратегия бизнеса, там, что надо развивать людей во втором уровне. В первом уровне надо развивать людей, в третьем уровне надо развивать людей. Тут финансовые потоки, как это все выгодно. Понимаете, мы работаем на людей, и потом компания, производитель нам дарит, нас вознаграждает по компенсационному плану. Друзья, ну смотрите, я сейчас 22 февраля занялся кассой взаимопомощи BeFree. Тут вообще не надо быть ни доктором, ни нутрициологом. Листовочка улетела.
Смотрите, просто надо людям благую весть, что можно касса взаимопомощи, это мы делаем пожертвования и получаем пожертвования точно так же, ну, типа сетевой маркетинг. Смотрите, вот я так занимаюсь уже 26 лет, чтобы не сказали, что я еду на разговоре. Смотрите, это моя работа. Вот это я все нашел, 150 человек по России, от Находки до Москвы. Нашел людей, да? Вот смотрите, я в центре, вот это я, Владимир Владимирович Стороженко. А это я нашел людей, каждого, как спица колеса. По парфюмерии, lambre.ru, сайт получается, YouTube канал Ламбре Восток, это Куницыны Валерий Валерьевич и Анжелика Юрьевна. Вот там все профессионально, можно посмотреть про Ламбре. Вот группа, про что я вам говорил, из вот этих 150 человек получилось 980 человек под группы, допустим. Здесь группа 152 человека, здесь группа 182 человека, здесь группа 3 человека, 30 человек, здесь группа 90 человек. Понимаете, ей надо выезжать в регионы. В регион надо выезжать и обучать людей, передавать эти все знания, уверенность, раскачивать этот туман невежества. Или, допустим, сфокусировать внимание людей, потому что есть же люди активные, которые просто как истребитель Су-37, у него есть несколько зон внимания, да, и дальше он, не охватывает зоны внимания, да? Вот такие дела. Поэтому, друзья, работа менеджера — все это объяснить, убедить, вдохновить, дать надежду, что вы будете не один. Вот как-то так. Ну все, тут смотрю, тут что-то пьяный базар. Вот, надо собрать документы. Значит, друзья, у меня есть YouTube канал. Я это все показываю физическим трудом, как я вернулся к физическому труду, кашу летний лагерь Суворовского училища. Работаю машинистом котла в гостинице элитной, где останавливаются перекупы, перегоны по России. Специально туда устроился 3 сезона. Поэтому, друзья, звоните +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45, Стороженко Владимир, смотрите мой YouTube канал. И давайте представим трансфер-фактор миру, давайте представим красоту Ламбре миру, давайте заработаем денег в кассе взаимопомощи Be Free и потратим куда вам надо. Вот, поэтому очень широкий спектр услуг. Если у вас есть какое-то дельное предложение, проверенное временем в правовом поле, законное, богоугодное, то звоните +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45, Стороженко Владимир, YouTube канал Стороженко Владимир, 1500 видео, там 123 подписчика. Просто там есть одна фамилия, поэтому я вам говорю такие тонности. Я работаю 24 на 7, круглосуточно. Вот, звоните лучше всего голосом. Кнопочный телефон +7 914 974 45 45, потому что вот этот телефон, он часто на записи стоит, и вы можете просто перебить мне запись в YouTube, там видео, да, выкладываю я. Вот как-то так. И сегодня почему божественный день? Я сегодня встретил вот ребят, которым чуть-чуть недовыполнил финансовые обязательства, львиную долю денег отдал. И вот сегодня их увидел, подошел и говорю: ребят, спасибо вам за терпение, поэтому я уже частично свою мечту выполнил. Да, говорю: ребят, у меня все хорошо, я живой, занимаюсь и парфюмерией lambre.ru 20 лет. И есть люди, которые меня уважают, которым я тоже помог в жизни. Научил продажам, получил активности, да, получил преодолевать трудности, да. Личным примером. Есть компания Full Life Research, где мы вместе с врачами Татьяной Николаевной Кузнецовой, врачом-онкологом, терапевтом Надеждой Семеновной Манченко, врачом высшей категории, помогли людям по здоровью. Люди очень нам благодарны. Те, кто были прооперированы в Южной Корее, в Израиле. Люди с силовых структур, с администрации,
люди очень нам благодарны, но как бизнес, ну, как-то не идет, да, вот, потому что, ну, очень большое невежество людей, загруженность, безденежье, вообще просто, вот, смотрите, я очень активный и даже где-то креативлю. Креативность моя граничит с неадекватностью. Когда меня начинает уже немножко тупость злить и невежество, я начинаю прикалываться по-своему, креативить. Ну и кто-то где-то считает меня, ну, может быть, дурачком каким-то, да. Вот. Ну вот вы меня прослушали, если до конца, как я вообще на дурачка тяну. Вот. Но смотрите, я же тоже тестирую людей. Они меня тестируют, а я же их тестирую, брать их в команду или не брать. Логично? Вот такие дела, друзья. Поэтому смотрите, с вами или без вас это работает уже и будет работать. И я это, меня не остановить. Но если вот из этого перечня be free, деньги на каждый день, деньги на мечту, с малыми деньгами законный бизнес в интернете. Познакомлю вас с наставником, который зарабатывает на этом более 8 миллионов за 24 месяца. 8 миллионов рублей, там 119 тысяч долларов. Познакомлю вас с Full Life Research, людей, которые зарабатывают больше 1,5 миллиона в месяц, помогая людям. Но здесь надо служить людям, помогать людям. Ламбре, где, конечно, цены там, вознаграждения не миллионы, но тоже хорошо. Но себе будете иметь парфюмерия, косметику, там, по-моему, от 30 до 42% скидка. Вот. Ну, а там зато на продажах это хорошо. Там сразу с флакона можно заработать там до 1000 рублей. С флакона там. Ну, получается, сейчас он где-то 1500 стоит, 50 миллилитров. Мужской и женский, там 100 рублей разница. Ну, продавать можно 2200, ну, даже до 2500. Классная и парфюмерия с французских фабрик. Даже есть фабрики Техника Флор, которая берет свое начало с 1774 года, 30 километров от Марселя, местечко Лауш. Уделю сейчас внимание немножко Ламбре, а то про нее вообще ничего не сказал, да? Вот, да, немножко надо быть визажистом, визажистом, косметологом, парфюмером, да. Ну, так как нас натаскивали 20 лет назад, что мы знали по 35 ароматов на память. Вот раз попробовал, о, Лаура Биажотти, о, Версачи, о, Шанель номер 5, о, Шанель номер Шанс, о, Шанель Алюр, о, Шанель Спорт, да, о, там, Ив Сен Лоран, о, там, Лью де Сея Семияки, да, там, понимаете, там, о, Хьюго, там, допустим, да, о, Емейл, там, да, допустим, о, там, Версачи, повторяюсь, да. Сейчас уже такого, конечно, можно там, есть шпаргалка, как это называется, в магазине какое-то семейство, да, там океанические, там, или альдегидные, там, или фруктовые, или цитрусовые, там, или древесные, или папоротниковые, да, под какой типаж, лето, осень, зима, весна. Если это косметика, то как сделать демакияж, как сделать, значит, как сделать близко посаженные глаза, подкрасить, чтобы они были симметричные, как сделать маленький ротик, большой ротик, чтобы они были по зрачкам глаз, вот надо вот зрачок и вот ротик должен быть равняться губке зрачку глаз, если меньше или больше, значит это все можно увеличить, нарисовать, какое квадратно-видное лицо, шаровидное лицо, там квадратно-видное лицо, при помощи румян это все можно как мастер по свету оттенить, сделать, что овал будет. Вот. Поэтому, ну, косметика, это парфюмерия, это миссия какая? Создание имиджа успешного гармоничного человека путем использования высококачественной косметики и парфюмерии, путем несения культуры красоты, да? Вот, это миссия компании Ламбре. Уже с 1999 года больше, чем в 35 странах мира. Поэтому это вот организация. Смотрите, организация у меня более 980 человек, но только вот я по причине здоровья 7 лет назад активность прекратил, занимался здоровьем Full Life Research, да, БАДами по здоровью был вынужден заняться, да, знакомьтесь, учитель для иммунитета, да, вот этим занялся.
ну, как-то язык не поворачивается, когда надо спасать человека от онкологии, когда надо самому восстанавливаться при аутоиммунных процессах, да. Но все это можно возродить, друзья. Кому надо красота, кому надо здоровье, кому надо деньги, бифри. Ну все, друзья, Стороженко Владимир, поехал я домой делать делишки. Сегодня мне в ночь давать тепло в гостинице. Вот, и завтра опять все заново, да, опять в бой, общаться с людьми. Так что я отработал медиков, горбольницы, скорой помощи. Вот, благодарю тестя, дай бог ему здоровья. Сегодня у дочечки у моей день рождения, 11 апреля. Поэтому вот такой я себе подарочек сделал, 50 минут. Все, смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Словом и делом. Звоните +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram, +7 914 974 45 45. И смотрите, по-взрослому. Напишите мне свой Telegram адрес, и мы с вами будем общаться в группах в Telegram. И давайте запланируем, когда у нас будет следующая встреча. Вы записываете встречу, время и день в своем еженедельнике, я в своем. И если у кого-то форс-мажор, перезваниваем и говорим, что извините, давайте перенесем встречу в интернете, там, в скайпе, в ватсапе, в другой раз. Да? Ну все, помогай Бог. Крепкого здоровья, благополучия.